Друзья, всем привет! Вы на канале Капитан Крым. Мы с вами едем по строящемуся участку трассы Симферополь и Евпатория Мирный. И в связи с недавно поступившей информацией, я предлагаю вам оценить, когда же будет готова вся дорога, и мы сможем по ней поехать. Итак, первая очередь трассы Симферополь и Евпатория Мирный на участке от Симферополя до Скворцова – это четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 120 км в час. Эта дорога уходит в полях от Тавриды и выходит на Скворцово, как раз сейчас мы едем в этих краях. Срок завершения строительно-монтажных работ – сентябрь 2020 года. В данный же момент служба автомобильных дорог Крыма ищет исполнителя для разработки документации по планировке территории для дальнейшего строительства трассы на участке Скворцово и Евпатории. Согласно информации на сайте закупок, начальная цена контракта составляет 60 миллионов рублей. Результатом работ по настоящему контракту является документация по проекту планировки и проекту межевания территорий для размещения линейного объекта строительства на участке Скворцово-Евпатория с обходом озера Сазык-Сиваш. Согласно конкурсной документации, ориентировочная протяженность участка составляет 59 километров. Работы необходимо выполнить до 16 декабря текущего года. Источником финансирования является Республика Крым. Подавать заявки на участие в открытом конкурсе можно до 2 октября. Никто из вас не желает поучаствовать. Но что мы можем для себя из этой информации вынести? Если в конце этого года будет готов проект, то еще полгода уйдет на подготовку в полях. И в лучшем случае строительство начнется к лету 2020 года. На 60-километровую дорогу, я так думаю, уйдет года 3 на строительство. Таким образом, по новой трассе мы с вами сможем поехать где-то эдак в году 2023. Это если все будет идти более-менее гладко. Как бы вы повели дорогу? Сразу от Скворцова ушли в поля? Или повернули бы возле САК? Жду вашего мнения, пишите его в комментариях. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Ваш Капитан Крым.